и проведем хорошо выходные. Как на картинке. Если вы мама, вы знаете, что... Доброе утро, моя YouTube-семья! Добро пожаловать в очередной влог! Как вы думаете, куда я приехала? Я опять приехала в Икею, правильно, потому что я не умею взять все с одного раза. Поэтому да, я приехала в Икею, и тут уже миллион народу, но все-таки поменьше, чем в прошлый раз. И я пока ехала сюда, я выставила в Инстаграм, что я еду в Икею, и мне тут сразу люди написали свои заказы. Так что да, затаримся в Икее, и потом я еду парикмахеру Колечки своей любимой. Я уже должна была быть на прошлой неделе, но у меня не получилось на прошлой неделе. А почему, я вам расскажу потом. Приехала Коля, я опаздываю, потому что я парковалась полчаса, потому что, в общем, расскажу потом, но сейчас я бегу к Коле, потому что я уже опаздываю, и да, у меня корни вообще отросли, я не знаю, очень отросли. Ну что, я после парикмахера, я очень довольна, как всегда. Олечка, спасибо! Мне очень нравится. И сейчас я приехала в центр, в шоу-рум, который я хочу навестить уже очень и очень давно. Там очень красивые вещи. И я надеюсь, что я найду целых 3 платья. Я, конечно, сомневаюсь, но там очень красивые вещи. И мне бы хотелось оттуда выйти с покупочками. Я после шоу-рума. Поход был очень удачный. Я купила 2 платьица и еще пару вещей. Я довольна. И потом я была еще в одном магазине свеч, потому что я в последнее время очень люблю свечи. Поэтому да, я пошла туда и закупилась свечами. Ну, не закупилась, я купила 2 свечки. И сейчас я приехала в Ригу Плазу, потому что, во-первых, я ничего не ела с 8 утра, а сейчас 4 часа дня. Это самое плохое, что можно сделать для своего организма. Поэтому я сейчас покушаю, наверное. И потом я пойду еще пошопингить. Я обещаю, что я в июле больше не буду затариваться. Да, у меня больше времени не будет для этого. И потом 7 часов у нас курсы. Сегодня последний день, когда курсы. Так что хоть с этим мы справились. Но нет, мне нравилось, было интересно. Я на самом деле с удовольствием ходила. Так что да, сейчас пойдем покушаем. Я правда не знаю, чего я хочу. Еще мне надо купить зарядку, потому что у меня 10% на телефоне. Потому что я сегодня параллельно тому, что я снимаю влог, я еще о всем рассказываю в Инстаграме. Так что у меня телефон сейчас сядет. И если я не буду на связи, это будет очень и очень плохо. Так что да, пошли. Oh,
Доброе утро, моя YouTube-семья, хотя сейчас уже не утро, сейчас час дня. Я извиняюсь, что вчера так оборвался влог, но я так погрузилась в шопинг, что я потом вообще забыла о камере, тем более я вчера старалась делать влог в Инстаграме и делать влог на YouTube, и еще и в Инстаграме, это не так легко, поэтому да, я после шопинга уже была настолько уставшая, и мне надо было ехать на курсы, и да, поэтому так оборвалось, но шопинг был очень удачный, я купила все, что мне нужно, и даже больше, что, конечно же, всегда радует. И сегодня мое утро началось уже в 6 часов утра, потому что, во-первых, мне надо было отредактировать видео для вас, и мне это обязательно нужно было сделать, хочу я или нет, потому что мы уезжаем на 3 дня, я не хотела оставлять вас без видео целую неделю, так что это сделано. Мы сегодня уезжаем праздновать день рождения свекрови, и потом мы уезжаем на такой городской праздник, я не знаю, по-моему, нет русского названия, но это звейные свадки. И я собирала вещи очень и очень долго, потому что если вы мама, вы знаете, что собрать все для малыша не так легко, потому что вы должны подумать о тысячу разных ситуаций, которые могут случиться. И в итоге, мне кажется, я взяла с собой весь дом, но лучше больше, чем меньше. И вчера, когда я шла к Оле, я говорила, что я вам объясню, почему же я парковалась так долго. В общем, ситуация такая, что мы продали мою машину, мое Audi ушло в хорошие руки, и я теперь катаюсь на машине, которую мы могли достать. Нам эту машину одолжил знакомый мужа, ему она не нужна, но эта машина, она с длинным задом, если так можно сказать. Я вообще не чувствую габариты такой машины, и поэтому, да, я парковалась полчаса. Такие вот новости, да, мне стало... Я уже хотела давным-давно продать Audi, именно поэтому она была настолько часто в сервисе, потому что надо было все починить для продажи, но теперь, когда мы ее продали, мне стало... немного грустно, и если мы думали, что мы продадим мое Audi, и я буду кататься на машине мужа, он будет кататься на рабочей машине, то получилось так, что мы продали Audi, и Range Rover мужа накрылся, и его пришлось вообще там разбирать, и он сейчас в сервисе. Поэтому, да, мы взяли, так сказать, машину на прокат, и мне немного... я чувствовала эти два дня себя немного... Я... О, звонила свекровь, что она скоро будет. Да, поэтому я последние два дня, когда ездила за рулем, я чувствовала себя очень неуверенно. Скажи привет. Дук-д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 ук. Да, он чуть-чуть уже капризный, потому что ему пора спать. Так что да, такие вот новости, но я очень рада, потому что мы едем отдыхать и проведем хорошо выходные. И ку-ку. Да, он теперь научился стоять, и он стоит везде, где только можно. Ладно, пока. Место назначения, и тут такой вид. Вы, по-моему, не готовы к этому. Готовы? Смотрите. Как на картинке. Красота. Мы только что приехали. Малыш спит в машине, и я вам хочу показать домик. Вот, смотрите, какой у нас домик. Заходим. Я вам покажу, пока нету бардака. Вот тут можно сидеть.
Мы, наверное, будем там сидеть. Но тут тоже можно сидеть, кушать и отдыхать. Вот, заходим внутрь. Тут такой маленький уголочек, как кухня такая. Есть чайник, очень хорошо. Малышу сможем делать молочко. И вот тут большая удобная кровать. Мы потом еще принесем кровать для малыша. И вот там еще можно наверху спать, но там мы не будем спать. Мы будем спать тут. Вот тумбочки. Такой вот столик, все как нужно. Занавески. Очень уютненько, мне нравится. Так, я, наверное, сейчас разложу вещи, которые я взяла с собой, потому что в основном все вещи дома. Муж их провезет. И пойду помогать накрывать стол. Смотрите, какой у нас стол, черная икра. С днем рождения! Спасибо! И какой у нас вид красивый, как на картинке. И вот мамочка моя. Я только что... А я думала, ты ребенка показываешь. На, вот. Да, так что я только что уложила с Маркуса с большим трудом. Ну, потому что незнакомое место. И сейчас мы сидим, кайфуем, пьем джин с тоником, мама пьет вино. Вот маленький братик мужа. Скажи привет. 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 Так что мы отдыхаем и ждем нашего всеми любимого моего мужа. Я сейчас буду Маркусу давать черную икру. Bišķi uz visiem skatās, ko tas nozīmē. Nu, maliņki gurman. Vēl? Ar rociņu, ne? Jā. Tu esi nākamais ēdienu kritiķis? Pasies, viņš pilnīgi metās uz buņģu. Nu, Markus garšoja? Šobrīd vairāk nedēļ. Garšoja? А вот и наш ужин. Да? Немного уставшей, но, к сожалению, наши планы на второй день накрылись, и поэтому мы сегодня едем домой, но, с другой стороны, я на самом деле рада, потому что я бы с удовольствием поехала бы сейчас домой. Так что да, я гуляю с малышом, он только что уснул, потом пойду ко всем.